Павел Васильевич Сипсяков родился в 1925 году. С детства узнал, что такое крестьянский труд. В январе 1945 года был призван на фронт, получил 16 боевых наград. Победу встретил в Берлине. В 1966-м возглавил комитет по телевидению и радиовещанию при Совете министров КССР. В 1969-м возглавил исполком Петрозаводского городского совета. Говорят, в те времена город был совсем другим. Большинство петрозаводчан жили в частных домах и деревянных бараках. Каждый пятый стоял в очереди на получение жилья. Не было ни Куховки, ни Древлянки, ни Ключевой. На Октябрьском проспекте люди выращивали картошку. В итоге при Павле Сипсякове были построены десятки тысяч квартир, 18 школ, 8 профтехучилищ, 6 техникумов, 100 детских садов, парки, скверы и памятники. Говорят, он был строгим, но справедливым руководителем. Утром он собирал небольшой автобус, человек 15 руководителей, и в 9 утра мы ехали по городу. Увидит за окном на тротуаре, на дороге кучу, спрашивает, чья, твоя? Выходи из автобуса. И так пустым автобусом к вечеру доложи, что убрал. В 1982 году Павел Сипсяков оставил своему преемнику цветущий и благоустроенный город, узнаваемый и сегодня. Девятого октября 2012 года выдающегося градоначальника не стало.